сегодня вот такое доброе утро у нас. Тишулечка, тишулечка, рыжулик, привет, 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 красавчик. Ну что, друзья мои, будем готовить кофе. А здесь у меня уже приготовлена салат оливье, морковка и картошка. Яйца на оливье варятся. А я помыла картошку, морковку, вытерла. И сейчас буду запекать в духовке. Положила на фольгу картошку. Сейчас чуть-чуть сольки, чуть-чуть перчика и чуть-чуть растительного масла. Вот, друзья мои, видите, капнула растительного масла, чуть-чуть сольки, чуть-чуть перчика. И заворачиваем. И ставим в духовку на минут 40. Шпажками проверим готовность. Ну что, прошло 40 минут, друзья мои. Сейчас мы посмотрим, как тут наши. Беру зубочистку и проверяю. Нет, еще жесткая. Еще минут 10 спокойно можно. Готовлю я по новому рецепту, друзья мои. Все покажу. Шанельчика у меня вставать не торопится. Здравствуйте. Здравствуйте, любовь моя. Любовь моя. Утром уже погуляла с Марусечкой. Марусечка уже на тренировке. Сегодня воскресенье, друзья мои. Наши курсы турецкого языка перенесли на четверг утро. Идем с группой в кафе, будем общаться на турецком языке. Ну, может быть, кто-то будет и на турецком, я, скорее всего, буду по-русски. Ну, потому что надо много-много слов учить, чтобы общаться. Мои виды. Мои виды. Работа в саду идет. Слышите? Две ложки кофе и 5 кусочков сахара. Такой кофе я себе завариваю. Загружаю посудомойку, утром просыпаюсь, у меня тут все чистота, красота. О, сидит. Я ж тебя кормила утром, когда Шанельку выгуливали, я ж вас кормила, чего ты уже сидишь ждешь, чего сидим ждем, красавчик. Блинчики готовила. Чашку свою. Ищу. Аромат божественный. Ну что, уступай место маме. Уступай, красавчик. На завтрак у меня вкусный кофе с молоком и сахаром, наивкуснейший хлеб, огурчики, аромат стоит от огурчиков на всю квартиру. И вот такая вот колбаска, вроде одинаковая, но на вкус чуть-чуть отличается. Вот эта синенькая, ее покупали в БИМ, а это в ШОК. Ну и маргарин, конечно же. Всем, кто сейчас завтракает, приятного аппетита! Всем привет! Привет, YouTube! Привет от Тиши! Тишулечка, просыпайся, здоровайся с моими зрителями, друзья мои! Вот такой вот у меня котик. 8 килограмм веса. И рыжик 8 килограмм. Шанельчик у меня
2 килограмма. Сейчас покажу. Шанельчика. Надо ее причесать. Еще только утро, друзья мои. Я буду готовить с вами... Та-дам! Оливье по новому рецепту. Я сегодня иду в гости. Да. И беру закуску оливье. Сейчас все покажу. Упс, друзья мои. Вот из такой колбаски я делаю в Турции оливье. Так, ну, рецепт новый. Я его подглядела в Ютубе. И картошку, и морковку я в этот раз не варила, а запекла в духовке. На оливье у меня, значит, идет колбаска, картошка, морковка. Так, я купила, друзья мои, зеленый горошек. Вообще, оливье в Эстонии я делала без горошка. Ну, потому что я не очень люблю. Но по новому рецепту повар подсказал, что можно использовать не консервированный горошек, а именно свежий. Ну, его буквально на несколько секунд кипятком залить, и он разморозится, друзья мои. Пока уберу его в холодильник. Так, яйца я отварила. Та-дам! Яйца, колбаска. А, надо почистить. Ну, короче, рецепт, в принципе, простой. Почистила яйца, пол яйца, друзья мои, дала Шанельке. Картошечку почистила, морковочку. Вот, хочу показать вам, друзья мои, в этот раз я запекала в духовке, и аромат такой стоит, аромат, вот честно, обычно после варки, ну, вот вареные овощи, они, ну, не ароматные, а эти, может быть, от того, что тут растительное масло, соль, перчик, не знаю, ну, очень вкусно. Сейчас почищу эту морковку тоже. Так что сначала я... Да, картошечку переложу сюда. Ну что, друзья мои, режем наш салатик оливье. Я режу средние кубики, не мелкие, не мельчу, друзья мои. Будет нам вкусно. Надеюсь, что понравится оливье по новому рецепту. Не знаю, готовлю первый раз такой. Обычно я готовлю зеленый лук, яблочко, соленый огурчик, свежий огурчик, яйца, картошка, морковка без горошка. А в этот раз без лука, но с горошком, друзья мои. Морковочка, господи, перья мешают. Ой, так красиво, ярко очень. Морковка такая яркая-яркая. Такая вот красота. Цвет, конечно, отвратный у колбасы в Турции. Но вы знаете, я уже, как говорится, привыкла к цвету. Главное, что на вкус более-менее подходящая для салата. Хинди салям, вот так вот называется. В оливье, конечно, можно класть говядину, отварить, да, или запечь в духовке. Но все мы делаем обычно с вареной колбасы. В Турции колбаса немножечко специфическая. И чтобы не очень она
бросалась в глаза, хотела сказать, я ее на мелкие-мелкие кубики режу. Как бы колбаска в салате будет для пикантности. Вот, друзья мои, такой вот мой секрет. Огурчики в салат я кладу маринованные, друзья мои. В Мигрос покупаю баночку. Они очень вкусные, хрустящие. Так что не соленые, маринованные в салат кладу. Чуть, вот на 30 секунд. И сейчас солью воду. Вот столько, чуть-чуть горошка, друзья мои. Горошек сладенький. Так что я думаю, что будет вкусно. Майонез я буду использовать Кальва. Сейчас размешаю нашу красоту. Добавлю майонез, черный молотый перчик. Попробую. Если какого-то ингредиента на мой вкус будет не хватать, я добавлю. Ну, например, колбаски или огурчика. Шанелька слышит, что там соседи разговаривают около лифта. Все время лает. Охранница моя. Ой, друзья мои, ароматные. Ароматный аромат. Будет нам вкусно. Будет, я чувствую, нам вкусно. Пишите комментарии, какой вы оливье готовите. Может быть, кто-то так же готовит, как я сегодня, по новому рецепту. А я уже сказала, куда я иду, кому в гости? К Наташе, друзья мои, у нас же джин. У нас же еще остался джин с прошлого раза. Так что у нас сегодня будет снова алкогольная вечеринка. Да-да, мы будем танцевать. Ну вот, оливье наш готов, друзья мои. Такой тазик. Сейчас переложу в коробочку с крышкой. Так. Вот такая вот у меня есть большая коробочка. Это Леночкина. Леночка меня угощала вкусняшками. И коробочка осталась у меня. Вот приедет и заберет. А так, хоть о ней вспоминаю. Леночка, привет тебе, солнечный, с улицы Университетская. Запах. Класс. Весь тазик поместился в эту коробку. И вот такая подача мне очень нравится. Леночка, это твои бокальчики. Ты нам подарила для мороженого, а я могу использовать для салатика оливье. Очень вкусно, друзья мои. Ароматный салат. Шанельчка на месте. А если еще кушать вот с такими вот роскошными видами, друзья мои. Плюс 19 градусов. Благодать. Декабрь месяц. Уходим в гости. Оставляем охрану. О, Шанельчика уже забежала. О, Шанельчика, ты уже забежала. Идем в гости с тобой. Вот, друзья мои, одела я кофточку, хотя сейчас мне будет очень жарко, на улице плюс 19, но мы-то будем возвращаться вечером, поэтому как-то так. Кстати, Наташа была на этих днях в Адане и посетила мечеть, друзья мои. Такая красивая в Адане мечеть. Она мне прислала видео. Сейчас вам тоже покажу. Шанельчика. Погода такая замечательная, летняя, можно так сказать, что я в своей кофте уже употела, друзья мои. Но ничего, обратно-то вечером, солнышко уже не будет, поэтому пригодится кофточка. Шанельке надо каждый стол понюхать.
в этом квартале. Наташа снимает квартиру на первой линии от набережной. Есть вот такие вот дома четырехэтажные. Поднимаемся в лифте. Шанелечка. А лифт гудит, друзья мои. Девочка, привет! Так, надо сойти. Так, здравствуйте. А трубочки у тебя и остались с прошлого раза? Ты их не выкинула? Я их использовала. А чего ты не сказала? Ничего страшного, попьем. Все уже, с трубочками уже пили. Давай уже без трубочек. А то мы с трубочками будем эту бутылку 4 года допивать. У меня дома столько трубочек. Хотя бы сказала, что использовали, я бы взяла. Ты это джину мне, это очень много. Я тебе много налила воды. Как ты любишь. Хорошо, давай. Здравствуйте, подписчики Светы Балиной. Я поздоровалась? Успела? Нет, ничего не поздоровалась. Расскажи, поздоровалась. Что ты только сама зашла домой, что ты сегодня целый день... хотела сказать, что районилась. Я? Что я? Да, я... В общем, мы вчера с Сашей очень поздно пришли домой. Так, быстренько умылись и решили, что помоемся мы завтра с утра. Но Саша с утра успела помыться, а так как у нас бойлер, я так подозреваю, он литров на 50, я, естественно, уже мне воды не хватило. Но я думаю, ну ладно, я и так красавица, знаешь, я причесалась, навела макияж и пошла. Я хотела купить себе подарок на Новый год. Но! Сумки той, которую я насмотрела, не было. Куртки там, которую я насмотрела, не было. Хотя я не знаю, они такие дорогущие, я не знаю, кому они были нужны. Да. Но я купила все равно себе куртку еще со скидкой, и я довольна. Ну, то есть подарок у тебя на Новый год все-таки есть? Ну, как бы половина подарка. Это же замечательная да. новость. Так что давайте за это выпьем. За это и выпьем. У нас сегодня Сашенька оператор. Да. Ты тоже хочешь выпить? Если бы вы видели, что это гренки, я так понимаю, да? Mm-hmm. Это хлебцы у тебя, и вот это... Обычный хлеб на сковородке подсушенный. Да, и что это, как это называется? Салат с чем? Или намазка. Яйцо, ага. И творожный сыр. И все. Еще туда добавляют чеснок и укроп. Но извините, я так на быструю руку. Вот, друзья мои, я такое буду есть, пробовать впервые. И загадывать желание. Всем привет от Александры, красавицы нашей. Ты что, в окошко смотришь, да? Красотка моя. Ты ко мне хочешь? Ну давай, залезай. Залезай. Компанейская наша девушка. Ну что, подружка, что тебе, подружка? Мама тебе принесла, а там иди покушай. Да, скажи, у вас тут ароматы, ароматные. Ну, конечно. Вот так вот, друзья мои, вот так вот укрыли мы ребятенка. Лежит с нами компанейская девочка. Пытается уснуть, а мы тут ржем над ухом, да, не даем ей спать. Красотулечка с нами. Ой, так вот Наташа ее там наглаживает, массажи делает. Кайф ей. Время ночь. Мы с Шанелькой возвращаемся домой, друзья мои. Машину обходим на тротуаре. Сегодня много шутили. Наташа снимала видео на свой канал, друзья мои. Кому интересно, чем мы занимались сегодня в гостях, переходите к Наташе на канал, увидите. Было смешно и весело. Уже ставят на завтра столы. Здесь будет базар временный. Видите, все заранее. Так что утром здесь будет торговля. 15 градусов тепла, друзья мои. Я иду в кофточке. Мне очень тепло. Как летом. Как будто ночью летом. Все надо обнюхать. Ну просто все надо обнюхать. Ой, друзья мои. Людей на улицах нету. Спокойствие.
объехали Шанель мою. Помчался мотоциклист. Вот такая вот погодка в декабре. Ну класс, ну класс, друзья мои, футболки и в кофте на распашку. Благодать. Ой, Шанелька, хорошо ходить в гости, да? Шанелька. Всем доброй ночи. Мы дома. Детки сыты. Все хорошо. Рыжулечка. Красавчик, ты сытый? Передай привет моим зрителям. Рыжик. Кс-кс-кс. Вот так вот. Всем привет. Зрительница написала комментарий. Светлана, хочу переехать в Мерсин, но боюсь, что мне будет скучно жить. А я ей написала. Да, не переезжайте, вам будет скучно жить. Она немножко расстроилась. Типа, почему я ей так ответила? Друзья мои, ну потому что, когда я переезжала в Мерсин, в моей голове даже таких мыслей не было, что мне будет скучно жить в Мерсине. Мне самой с собой вообще не скучно. В любом городе, в любой стране, друзья мои. Ну, потому что...